На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Фадеева Екатерина, 2-й Б-класс, 8 лет, школа номер 7, зато Углегорск. Светлана Кочурова, давно закончилась война. Давно закончилась война, давно с войны пришли солдаты, и на груди их ордена горят, как памятные даты. За Брест, Москву, за Сталинград и за блокаду Ленинграда, за Керчь, Одессу и Белград, за все осколки от снарядов. А по ночам вам до сих пор бои под Буком где-то снятся, и мерцеры строчат в упор, и из ложбинки не подняться. Зовет в атаку лейтенант, но тут же падает сраженным. А дома долго будут ждать, но лишь дождутся похоронной. В один и тот же день и час навстречу вы к друзьям спешите, но с каждым годом меньше вас, и вы за это нас простите, что не сумели вас беречь, не залечили ваши раны. И вот на место этих встреч приходят внуки ветеранов. Давно закончилась война, давно с войны пришли солдаты, и на груди их ордена горят, как памятные даты. Вам всем, кто выжил ту войну, в тылу или на полях сражений, принес победную весну, поклон и память поколений.